Здравствуйте. Сержант патрульной службы, сержант Сайл. Сержант патрульной службы, сержант Сайл. Операция не трезвый водитель. Можно вести студент, как машина, пожалуйста. Сколько протокол? Смотрите, там же написано. Нет, вы мне сейчас говорите, сколько. Вы должны ответить мне. Я вам вопрос задаю. Я ничего не должен. У вас копия протокола, там же написано все. Когда вы были... Я вам вопрос задаю, вы должны ответить. Если вы там не можете, я вам могу подсказать. Ответьте, как положено. 22.00. 22.00, хорошо. 22.00. К вам? Управление транспортным средством с признаками опьянения. Не уступили дорогу. Вы чем докажете это? Дорогу я вам уступал. Нет. Езжайте спокойно. У нас видео есть. Пожалуйста, меня... К доктору, вы же сказали, я поеду к врачу, если не стоит. Я вам объяснил, если надо, я поеду. Надо. Вот, пожалуйста, езди. Все, ждем доктора. Доктор же? Да. Я уже был здесь, меня уже на освидетельствовали. Я ехал домой спокойно, без всяких, ну, не самых. Эти вдруг меня останавливают. И самое, вот ты пьяный, сразу сходу. Угу. Ничего я пьяного такого. Ну, то есть, а вы трезвый? Да? Да? Нормальный я. Не надо туда ходить. Не надо туда ходить. Не надо. На свежий воздух не могу выйти, что ли? Нет, не можно. То в машине сидели, меня держали, не выпускали. Душили. Теперь не могу выйти на свет. А что такого-то? На каком основании что ты делаешь? Ну, давай. Он пишет. Пиши. Пишу. Много пиши. Больше пиши. Я ничего подписывать не буду. Это ваше чёрное. Ну, ты меня задержал. Я ехал домой спать. Мне задержал. Потому что вы уехали домой. Ну. Понимаете? Ты меня задержал, ты не даешь мне спать, мне отдыхать не даешь. Ну? Ну, не хотите, чтобы я посмотрел, я ждал тебя. Тебя сейчас пригласят и пойдешь. Я-то здесь при чем? Каким боком? Ты меня притащил. Так ты не... проходите. Нет, нет, ты меня сюда притащил. Так давай делай свидетельство. Че ты тянешь? Я что, врач, что ли? Подождите, а вот, как я понял, вас два раза уже задержали сегодня, привезли, да? Да, да, одни и те же. То есть, и вы первый раз вас отвезли, вы опять сели за руль и поехали, и они вас... Нет, я ехал спокойно, как ехал, так и ехал, никого не трогал. Они почему-то выскочили и самое, о, ты нас переехал, ты нас убить хотел. Ну, то есть, вы прошли уже одно метод свидетельствования, да, сели за руль, ну, и поехали, да? Да. Ну а сейчас третий раз поедете, нет? Поеду. Я домой хочу. Мне домой надо попасть как-то. Как мне попасть? Они ж меня не отвезут. Вот. Мне до дома доехать. Я что, преступник, бандит или что? Ну что я? Что я сделал такого? Вот. Ну, то есть, по вашему мнению, можно садиться за руль в нетрезвом состоянии? Почему нетрезвым? Нормально я себя чувствую. А почему нет-то? Почему? Меня можно, а его нельзя, что ли? Ну, вот, именно. Пусть дадут направление, пусть их проверят. Почему нет? Если он на алкоголь не самое, а может он на игле сидит. Я откуда знаю. Ну, а у вас есть подозрение? Да, подозрение, конечно. Вот, посмотрите на него. Глаза красные. Вот, видно сразу. Что-то не так. Нет, он смеется, видите, и улыбается, смеется. У него день удался почему-то.
вы мне не даете спать. Вот так вы пьяный ездите. Сам. Я не езжу пьяный. Ездите. Вы мне не даете спать. Мы сегодня управляли два раза уже машину в состоянии опьянения. Нормально, я бы доехал, все нормально, все отлично. У нас не просто так уходить. Понятно, что они сообщили, естественно. Проскочили, значит, проскочили. Не круто пока. Ну, не знаю я. Короче, я опять попал. Объясняю, что было уже. Ну, не понимает. Естественно, не понимает. Смотрите, сотрудник милиции, пожалуйста, не пускает, не самое. На каком основании он меня задерживает, я не знаю. Я ничего плохого не сделал. Никуда я не... Я ему объясняю, я сам пойду в отдел. Ну, не пускает. Почему? Не пускает, если вы считаете, что я неправомерные действия делал, да? Вы вправе подать жалобу. Подам? Ничего, какие проблемы? Подам жалобу. Сильно подам, хорошо подам. И все. А? Вы обязаны выполнять требования сотрудника полиции. Я спать не могу. Спите. Что-нибудь не пропите эту сутку. Можете спать сколько хотите.